Славка, она очень послушная, тихая. Она, кстати, умеет показывать, что типа задыхается. Сейчас, девочка. Куда? Света, держи их! Стой, сказала! Ладно, Славка, меня Саша зовут. Как пацана? Давай так, ты поможешь мне в одном деле, а я помогу тебе родителей найти. Помогите кто-нибудь, ребенку плохо! Отпусти, я сказала! Что вы все это? Как я ее мать найду? Это ваша полная, у меня нет никакой инфы. Дети верят в сказки, и этим надо пользоваться. Хорошо, я это сделаю. Только не время больше никогда. Ку-ку!